Акмарал Киттибекова – активная участница семинара. 4 дня подряд девушка проходила теорию и внимательно следила за наставлениями квалифицированных специалистов. Сегодня Акмарал и другим участникам тренинга предложили применить полученные знания на практике. Благодаря семинару мы многому научились, как на самом деле правильно сервировать стол, куда какую ложку и вилку нужно класть. Сегодня у нас была тематика «Украсить стол для влюбленных». Для нас, студентов, это было очень интересно. Ежедневно в тренинге участвуют свыше 40 студентов и работников ресторанного бизнеса. Специалисты разделили своих подопечных на две группы и обучали секретам сервировки и украшению стола. Для нас это хороший опыт. Мы много почерпнули для себя сегодня. Большое спасибо организаторам за бесплатный тренинг. Семинар завершится 29 июля. По окончанию тренинга всем участникам будут вручены сертификаты.